Украина практически полностью исчерпала беспошлинные квоты на экспорт продукции в страны ЕС. По данным Еврокомиссии, 5 из них уже использованы. Это такие основные группы товаров, как мед, сахар, крупы и мука, виноградные и яблочные соки, кукуруза. Еще 2 квоты, которые включают обработанные томаты и пшеницу, вот-вот закончатся. Ранее в Минэкономике заявляли, что Украина вошла в тройку топ-стран крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского Союза.